Доброе утро, ребятки! Я на местах, Мечкова, тренировочка уже идет, а потом буду готовить бурятку к погрузке. Надо ее кое-куда, кое-зачем отвезти. А пока мы мучаем, значит, здесь тренажечку, делаем восьмерочку. Подъехала, смотрите, аппаратура, продавалась она какое-то время назад, купили. Будет долбить она, долбить. Как приняли, ребята? Срочно в номер, срочно в выпуск. Где там тренажка? Сейчас тренировку закончу, буду производить розыгрыш стикер-паков, наклеек с буряткой. Так что, если вы еще не оставили комментарий под постиком, оставляйте, если хотите, конечно, такие наклеечки. Ребятушки, я уже в кафешечке здесь в Мечково, подключил ноутбук к интернетам, блинчики взял, чаечек. Сейчас буду настраивать, так сказать, розыгрыш наш. В произвольном порядке мы посолим, поперчим обязательно. Кто-то, если не в курсах, вот такие вот наклеечки. Сейчас мы тут все церемыкнем. Куда вставлять? Давай, что там? Вставить. Цик, цирык. Что там? Все, у меня все типа работает. 560 комментов, 2291 лайк. Давайте, короче, запускаем. И я сейчас все это засниму. Кому-то повезет 100%, но кто это будет? Ладно, давайте. Оба. Ну что у нас? Первый победитель. Надо сюда дотыкнуть. Давайте. Второй победитель. Угу. Третий победитель. Четвертый победитель. Пятый победитель. Всем спасибо, а я яишенку буду есть. Движухи начинаются. Бурятка в таинственное место отправляется для, так сказать, некоторых операций. Ух. Ребятки, ребятки, а пока вы заняли свое времечко просмотром видео с питерского этапа, обязательно в комментариях напишите, как вообще вам видик. Мне вроде ничего, понравился, веселенький такой, более-менее. Вот, я еду туда, знаю куда, везу то, знаю что и знаю зачем. Вот, кайфую, движение имеется, это уже приятно, что мы не стоим колом, а хотя бы двигаемся. Что-то я, ребята, сегодня рассеянный, как с улицы обоссанный. Короче, столько мест заехал, ничего вам не подснял. Как в тачку сяду, так вспоминаю, что надо же это самое, подсъемочки сделать.